О, тяжелая атака была. Квест. Но мы выжили. А нам ничего не Ох ты. дали за него. Сказал бы, что он сильно тяжелый был. Нам еще дадут что-нибудь. Ёптать. Это ПВО. ПВО. Меня сбили, хорошо. Блядь. Ловите, ловите гномов. На свою жопу поймают, блядь. Я на арене, блядь, кайт, как сучка. Ловите топор. Нихуя себе, ты что за мужик? Тебе весело, мудил? Волчар. Волчар. Волчара, позор. О, правильно, добей. Не выебывайся, выебывайся. Я знаю, что надо делать. Что надо делать? А вот это вот. О, оно вообще не дамажит, таки. Блин, ну что ты стреляешь? Я лутануть хочу, заебал. Мужик, мужик вообще беспредельщик. Ха, у вас только стреляет. Меня целых три отнимает, нихуя себе. Ух ты. Да, сука. А ты? Я полутал, я выебу тебя. А я лутаю, он мне пытается выебать. Не, кстати, в ближнем бою он неплохо так дамажит. Колдун проклятый. Шаман сатанист. Ну и что ты? Знаю, выебать. Вот пространство и время не перемещается, блядь. Где-где? Вот он, вот он. Ай, твою. Только зафинишить его хотел, а он такой, на нахуй. Не только ты это думал. Да хуй тебе там. Только дай шмальнуть с коты. Вот он, ебаша. Опа, свита колдуна. Что, получил пизды, Валк? Теперь эту зверюгу надо убить. Ну, естественно. Что это, глист приросток? Мерзкая амеба. Что, тебе это ничего не напоминает? Да нет. Нет, ничего не хочешь сказать про голову этого зверя. Какого голову зверя? Ну вот это вот, который злой. Смотри, на что он похож. Не знаю, на что он похож. Не знаешь? Нет. Ты не знаешь. А на что? Подумай, на что. Все, про это поближе. Защита телохранителя, 256 защиты. Накинь. Ну съешь его. Скажи, а кто еще творит-то, блин? Не знаю. Я еще полутать не успел даже. Колдун Либо это Дима оделся. The brown wizard concerns himself little with the outside. Пиздатый шмот. Yet he has worked against Sauron. Даже не полный сет. Perhaps Agendar merely wishes to settle an old score, but it seems more likely he seeks to prevent Radagast from aiding his enemies. We should find like this. Agendar seems to be one step ahead of us. If so, Radagast may be in grave danger. We'll find him. But what about you? Are you hurt? The beast did its damage. But not enough to keep me from the air. I will be fully recovered soon enough. Ah, what is that foul creature? На его нет, Дженна. Вперед! Some beast from an older world. Как бы ты ее назвал? Не знаю. Намекни. Не знаю, может хуелёт какой-нибудь. Летающий зал. Я сголов. Не знаю, меня сегодня не прёт. Что-то придумал. Позиции сдаешь. Ну, возможно, возможно. Ты что, нормальным стал? Я стал слишком культурным с этой работой.
О, культурным. Ну давай спрашивай про эльфов. Культура так и прет со всех щелей. И воздух только примет прибыль, да? Да-да-да. Да спрашиваешь про всех, и давай гномов тоже упомяни. Yes, there are hearty men who dwell on the western edge of Mirkwood, but they are rarely found this far north, and they are wary of strangers, as any who dare to dwell in this wood should be. We'll continue the search on foot. Should we look for you here once we've found him? No, I must find my companions. They are probably worried about me. Together, we will keep watch from above. Radagast has many friends among... Very well. Good luck, Belaram. I don't like the... Удачи тебе. Так, сначала лутать. Что ты лутать хочешь? Тут где-то написано было, секретная область открыта. Во-первых, я тут не все собрал. Это страшный-страшный лес. Страшными-страшными мудаками. Валяется такой труп. Вонючий. Вонючий труп. Или не очень вонючий. Ты щит, кстати, принял? Да. Я уже надел его. Понравился. Да? И снял. Быть зверюга. Похожу с двуручкой. Кстати, прикол. Ради прикол, там можно, наверное, я думаю. Вик, кстати, я там этот скинул. Я видел. Побежали, побежали. Так, ну что, все? Нет. Будем еще стоять. Ты готов стоять? Да. До последнего. Правильно. Моя школа. Прямо херы такие. Смотрите вон! Что это за хуйта? Бешеная собака Динго. Распидорасила, блядь, кого-то, смотрю. По жизни, блядь. Это шашлык бегает. Это лес знает, блядь, ага. У них здесь, нахуй, военный совет есть. Сейчас доложат, скажет, там идут, короче. А чё, Нарни не смотрел, что ли? Угу. Вот они. И чё, я должен бояться, что ли? Подать их сюда, блядь. Жареных. Как раз голодный, да? Так, о, я жир нашел. Интересно. Следы. Я нашел наплечники лесного эльфа. Подайте, посмотри, хоть что за хуйня. Лесного говнаря. И что дают-то? Бесполезные. Пиздец. Наебывает, наебывает, как пить дальше. Я серьезно, бесполезная. Да ладно. Не с этого вообще. Че ты заливаешь? Мне с этого и с шмотки нужны, а не так. Мне нужны имба шмотки. Не похуй с этого и не с этого. Смотри. С этого и так. А сюда можно? Сюда можно. Где? Это эмбуш! Ну пускай не Шурика убьет, где он? Не наверху. С кем ты воюешь? А, вон он. Ой, по мне кто-то стреляет, пока ящики плачу. Я ему в пузяку стреляю. Ух ты, блядь, тут качок пришел. Ух ты, ёб. Он сбил и ушел. Ну что ты делаешь, блядь? Хоть еще один. Сейчас, да? Я случайно вызвал Рова, простите. Да похуй, вообще вызвал. А вдруг его сами хотели отменить?
А он цел. О, ящик, я очень рад. Кто там еще стреляет? Ага. На, блять. Я еще одну жемчужину нашел. Как, все, блять, теперь ну нахуй, на коне. Не, ну что, у нас квест-то есть. Мужик, блядь, опять они были за этот. Всадник без головы. Ух ты. Да, что-то они как-то подросли, блядь. Орки, блядь. Ну-ка, пиздани ему, нахуй. Чё, правильно, блядь. Нехуй было сюда идти, блядь. Нет, с щитом лучше. С щитом я живу еще. Где там еще, блядь, снайпера? Снайпера! 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 Ах ты, скотина! Чё делаешь, демон проклятый? В локоть ему. В локоток. В локоток. Колечную, в коленную чешечку. И он такой... Скоты что творят? Коленную чешечку. Че? Как всегда. Это со мной разговариваешь? Это как этот мистер Гаррисон. Здесь больше никого нет. И значит, ты мне говоришь. Можешь зелень навалить. Куда там Шрик побежал опять? Я в пещерку. В щелку. В щелочку. Красное. Не смешно, вот по дракону было бы смешно. А хули это орки что ли улупляются? Они пауки. О, я стенку сломал. А Шурику не дадим, блядь. Я же грему никто не дает. Да, это печально. Подвеска лесного стража, ну-ка, че за хуй. Плюс один воля, плюс 50 здоровья. Одно гнездо есть. Кому? Чё дают? Никому. Короче, я тебе скинул, гном. Я прослушал просто. Ну, сам посмотришь сейчас. У меня скоро шмотки все поломаются полностью. Финал тебе. Нужно чиниться. Хуёв быть тобой. А что, Шурик, тебя пробивают, нет? Да. Меня тоже дурочек пробивают, а совершенно не очень. Ты посмотри, что тебе скинул там. Да потом, в город сейчас оно скоро лететь. Будет на портал, сразу в город полетим. О! О, вот он. Сейчас посмотрим, что он делает. Дорвался, блядь, до яиц. А он их жрет. Я думаю, это их не мамаша. Или папаша. Ну давай, мало, епта, давай. И я тут царь, да? Ничего, епта, иди сюда. Иди сюда, на. Да я их 100 тысяч убил. Ну да ладно, это... О, домашки, домашки мы, домашки. Вот и все. Больше пиздежа было. Обычное дело, блядь. Таких уже вынесли в тьму. Так, что-то есть полутать. А он такой типа думал, блядь, сейчас я хоп-стоп. Ну не, нихуя, блядь. Таких не берут в космонавты, Шурик. Вообще. Ну все, пошлите дальше. Пошлите. Сейчас как дам топором. Вот и все. Самая ценная находка. Я на первом месте смерти битвы, у меня ноль. А я больше всех урона наебашил. Да тебе имбарь просто заебал. У меня имбалук. За имбаря начал, блядь.
Так, а тут есть еще полетать. Где что? Во, блин. Щит. Что так лагает-то, еб... сегодня. Чё они, они такие смешные сегодня? Ля-ля-ля, пиздят. Может подождем, когда кто-нибудь кого-нибудь убьет? Они не дружат, короче. Надо вот там прибашить. Они очень. Если бы утонуть. О, вон там пучки валяются. Giant spiders. Ну и такие же они giant, видал я и по giant-не. Оле. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Смотри, что эти демоны проклятые творят. А, блядь. О, матка паучья. Черная вдова. Ебать их тут. Нет, Шурик, они открывают по мне огонь. Прикрой меня, я ухожу. Пизди, блядь, не пизди, баба. Дима там один сражается. Дима, герой. Я не смог успешно. Блядь, тут ты стал. Вот и все. Всех пистреляли. Не пройти, не проехать, блядь. Ну я покрываю. Так, вроде все собрал. А нет, не все. Я нашел ростовой щит лесных людей. Да. Лесные люди. Ну-ка, давай-ка мы дома его отдадим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Не отдавай ему. Не, на... не нужен ему. Не нужен. Так, что мне качнуть? На нахуй. Я тебе, короче, щитов накидал. Ну, что за дядя, что там накидал? Ну-ка, покажи, как выглядит ростовой щит с тобой вместе. Насколько он тебе больше? Всего-то? Это не ростовой же. Ну, хуй знает. Тебе виднее, блядь. Ты нас избираешь. Ростовой это должен быть в рост человека. Оп-оп-оп. Я все равно вижу. Адаптировал. Я тоже вижу себя. Но эти монстры не видят. В этом и плюс этого скилла. О, паучки. На мясо всех. Что-то налетели. Открывайте сундучки. Что-то там еще забыл дальше. Скажи, Шурик, ты знаешь? Нет. Нет, ты сегодня такой. Да. Я сегодня такой неприступный. Деприступный? Преступный. Это типа как неприступный и деприступный, короче. Депрессивный. Чит, только чит. Может назад сходим? Там назад может быть. На ну, чё вы от меня-то убежали? Тут вроде что-то есть. Ну, пойдем, посмотрим. Пойдем, пойдем, пойдем. Хорошо. Где там что есть? Я там только что ящик. Где, блять? Что, а? Где ящик? Если не ящик, а этот, ну кучки. Кучки, о боже мой. Боже мой, кучка. Кучка так, говна. Я, короче, скилл этого укрытия взял. Вот куча. Давно, я ее давно полутал уже. Не, пойдемте. Нехуй тут делать, короче. Там нет ничего, да? Мне показалось. Там есть здоровенный хуй. Есть? Да. У здоровенного орка. Откуда ты знаешь? Ну, я краем глаза увидел, когда ему яйца отрезал. Я же говорил, что он пидорок. Я пидорок. Такие заявления, за такой базар нужно отвечать.
Да, вместе живете такие, блядь, обвинили. О, громила бежит. Громозека. О, берсеки. Если вы не заметили, то я сделал маленький бабу, под которым может спрыгнуть, спрятаться от этого. Ну ты крутой, мать твоя. А в дальнейшем она еще лечить будет. Я охвалю тебя, бро. Ну это. Ты расстреляли его. Ну так я поднимаю. Вот это ты поднимаешь, да? А мы, кстати, вниз не хотим спускаться? Какой низ? Ну, по реке этой же. Там еще в другую сторону можешь будет. Внизу там бобровья запруда. Да-да-да. Ну, ты же не только... хочешь навредить бобрам, блядь. А то Гринпис не одобрит. Яйца отрежет. За бобру. Я нашел, короче, щит, который называется талисман. Да? Ну, одень его на шею. Как талисман. Возможно, поможет тебе. Опа! Что там такое? Куда они попали? А тут такие эльфы живут, типа, без палева. Тут орки ходят, у них так дверь даже нет, двери, блядь. Заходи, кто хочет. Такие паучки лезут. То они видят все, то они не видят ничего. Оба-на! Это засада, Шурик. Ушел. А че ты белый стал? Ну я прячусь. Хайд. А, крыш. А он из хайда потом и наносит урон. Типа по яйцам бьет сейчас. Ну типа того. Такой пучок взял, согнулся. Нихуя себе, парни, блять. No power, говоришь? No, говорит, power. White power. На нахуй. Шрик, ты заебал! Мой мор, блядь. Ты крысишь крипов, а? Я качаюсь. Отстаньте меня. Нашел. У нас ванал ебут. Эльфийский камень выносливости. И че он дает? О, блядь, по названию, конечно, сложно догадаться. Ну, у меня такой же камень дает дохуя чего хорошего. Ты где ты здесь? Плюс 5 выносливости. И все? Блять, он называется камень выносливости. Я думал, может, это еще ловкость. Взять посох. На земле. Посох на земле, говорит. Где? Где я тоже не вижу. А, я хочу а вон нашел. Так, его не могу зайти. Сюда надо идти, братва. А может в домик зайдем? Попробуем все. Нельзя там, закрыто. О, видали? Видали, кто тут папочка? Дорога есть, дорога. Вот он высрался. Или тебе папочка суммарный урон нанес. А вы там что-то делали, непонятно что. Сделайте им побольше. Читак, читак. Имба лук рулит. Что такое? Ебаная бутылка не закрывается. Ну чё, когда вам попу припечёт? Скажу, поднимать тебе ширик или не поднимать? Ну, еще подумаю. Заметьте, я всегда помогаю, когда... Знаешь, не помогаю.
Я сделал несколько сумерек, пока тебя рисал. Я в том плане, что я прям лезу в гущу, если чё. Ну зачем ты лезешь? Не умеешь играть, значит. Я бы такого в команду не взял. Ну реально, зачем лезть в гущу? Магу. И тут. Чё не попадает? Что это было? Рассыпался от моей стрелы. Расщепился при нем. Не, Арсен, я на тебя специально бабл кинул, а ты с него свалил. Ну, не нужен уже. Что это, он тебя вечно будет стоять, что ли, в нем? Не, ну пока по атаке не пройдешь, что ли. Ну, а так точно, я вышел. Ха-ха, загнулся. Были бы ядовитые стрелы, почему их нету? Было пиздато. Не знаю. Ох, как голова закружилась. Что там, блять, пердит? Че за звуки нахуй? Не знаю, орков ебут. Задница. Глубоко засунули, ох ты. Все, записаживаем мне все, что может. Уркаганом, ты сделала меня. О, у меня стрелы кончились. Ну и твой щит уже не нужен. Не сел стрелы на это. Не сел мозги. Пиздец, меня защемили между двух орков. Давай лучника, лучника. А что мне не дает делать яростный удар? Ты мне скажешь, может, мужик. Какие-то они перекачанные, блядь, эти орки. Мужик, ты чё? Мужик. Так, отрезал ему яйца. Похоже, здесь что-то волокли, боюсь, это был Радагаст, но живой или мертвый, я сказать не могу. А ты смоги, блядь, напряги свой, блядь. Извилина. Да. Ебать тут, блядь. Ручку проебали. Где? У меня место кончилось. Нифига себе. У меня какое счастье. Ничем тебе помочь не могу. Опа, я карту нашел. Молодец. У вас не появилось сообщение, что на карту добавлено? Не знаю, не было ничего такого. Ну врешь ты все. О, кучка. Пещера какая-то, блядь, болото ебаное. Я в пещеру. Амулет лесного жителя. За амулет какой интересный. Я-то я зря, это я не в пещеру. Нужен кому амулет плюс 3 силы. Давайте сюда вот сходим, что ли. Или не? Или лучше в пещеру? Давайте лучше в пещеру. Не-не-не, в пещеру там дальше идти. Да? Ты уверен? Тут я тоже, блядь. Прошелся, там эти валяются. А по-моему, вот так дальше идти. Оба! Ой, еще сзади. Аутисты бегут. Ах ты, сука, меня сбил. Поэтому я свалю от тебя. Ты сзади подойдут. На! Блин, не положил. Ну чё, мать твою? Режем его, режем на мясо! Сосай лалка, да? Ну, этих... Я сниму. Попади по мне, орк, давай, давай! Я ему ногу отрубил, он такой, бам, начальник, как же я без ноги. Начальника, что я буду делать? Без ножа нет. Не, это все конец. Да? Надо в пещерку идти. Бочку забыли. Да потом возьми. А где пещерка была? Где я нашел? А тут у меня стена, наверное, сломать нужно. Кирк, ты можешь сломать? Ну не буду. Ломай! Что, ты не можешь без меня ничего, да? Ломай. Ну че тут? О!
Вот и ваш герой. Арбалет героя. Да. Героя. Херо! Да хуя герой. Все, да все. Ну-ка, подожди, я, может, тебе его избавить. Ну а кому еще, блядь? Ты что, носить не можешь? Я могу продать. Продать? Это я могу продать все твои сеты, блядь, которые накопились это время. И молчал. Ну такие. Я взял в заложники, блядь. А где пещера? Где вообще? Это пещера? Это не пещера, это проход дальше. Проход в одном месте. А вы уверены, что мы тут не были? Нихуя, если там кто-то жарится, что ли, в костре на... Давай, его можно ёбнуть. Заебей. А, лох ебаный. Не убил нихуя. Он нихуя не убивается. Их надо удар. Ух, ёпта, Шурик, они бегут. Они бегут сюда! Не ебашьте их. Они бьют кувалдой. Умирают. Малый, чё стоишь, малый? Бачню башка ублял. Потому что я ему стрелой в голову. Нихуя себе, опасно, бля, хуй. Узник. Опа, я случайно сундук нашел. Случайно? Случайности не бывает. Бывает. Я потерялся и нашел сундук. У меня прикольный скилл есть, типа мощный удар со стрелы. Стреляет так же, как и обыкновенный. Обыкновенная стрела дамажит. Может, она больше дамага делает. И так надо делать, что так же. Значит, ты багнутый козел. Где ты нашел сундук? А, вон, вижу. Да, типа лутаю. Эй! Эльф. У них пленник гей. Опа, эльф. Опа, эльф. Не буду я никак. Как эльф говорил, нормально все. Не надо освобождать геев, пускай их держат в заложниках. Говорит гей. Пускай их дальше анально их спорят. Анально, орально и вагинально. Насчет вагинально не знаю. Сделает, сделает все, что надо. Не, ну лучше стрелу в голову. А чё он почернил? Покрасил его. Ничего, попиздим с ним. Орки. Ёлова заобещики. Some have come from the Grey Mountains to the north, but there are also large and savage. Да ладно, знаем, мы сейчас сучки тех не был, блядь. The enemy prepares to make war in earnest. This bodes ill for the woodland realms. I did not expect to meet any of the woodland folk. Are we near then to your home? No, the woodland realm lays many days travel to the east. There are separate tribes and companies. Glad to be of service. I am Eridan, and with me are Farin and Andreal. Might I ask what brought you to this pass, Glorhiran? I am one of King Thranduil's wardens. My companion Galron and I were tasked with scouting this portion of the wood. We found enemies gathering here, but for what purpose we could not tell. We thought to consult with Radagast the Brown, who dwells nearby. But we found the danger grew greater as we approached his home. But what have you seen? We too are searching for Radagast, but I fear he has come to some harm. Elf, man, and dwarf seeking a wizard. There is a story here to be sure. Where is your companion? Alas, I cannot say. We came upon a band of orcs, and while we battled them, spiders began to cast down their lines from the trees above. I was entangled, and the orcs bore me away. I can only hope that Galron escaped a similar fate. Orcs and spiders working together in this manner bodes. We will help you look for him. Your offer is appreciated, but we should not abandon Radagast. I will search for my friend while the three of you go after the wizard. Once I find Galron, we will attempt to join you. Very well. Good hunting, Glorhiran. Бля, пиздец, вы долгие. Освободились, пидики. Пидики.
Ты любишь педиков. Зато напущенный Шрик. Обнадежит, блядь. Орки его пустили, пока принадлежит. Так и надо с ними. С мерзкими пидорасами. Так, там все надо было. А куда бежать-то? А, назад? Гитара, это пиздец, сплошные невидимые стены, блядь. Так по стенке ездишь здесь, блядь. Что-то непонятно, куда бежать. Куда? Никуда, все. Тупик, наверное, блядь, не? Вот еще места видел, как можно бежать. Найти пропавшего мага. Типа, есть. Можно было этого сраного эльфа спасти, а можно было не спасти. Кто это? Ух ты. Он хочет на нас напасть. Я ему в ногу стрельнул, прикольно было. Нет, понимаешь, напитки варю, они глубоко ходят. И опять, как всегда, я... Да, как всегда, ты. Мы позже всех опыт получили. Как ты так можешь, Дима? Позже всех опыт получать. Так нельзя. Ты чё хотел? А, вспомни. Бля, стрелять можно просто, если колесико мыши прокрутить, можно с шмалять и шмалять, не держа альт. Ну да. Ты такой знал? Пиздец, вовремя об этом сказал. Че ты там дрочишь, блядь, заебал? Вы там воюете? Нет, мы там дальше хотим пройти, блядь. Правда, что ли? Анонист, ты идешь? Бегу. О! Далеко мебель по стенке едет. Да, я сегодня управление немножко изменю, теперь будет легче мне играть. Ну что, давайте. Я сейчас. Жду вас. Я тут жду, сижу полчаса. Да. Пока хотят. Пиздеть, не мешки ворочать. Да. Что это такое за мелкие паучки радиоактивные? Волен тебе быть. Нейротоксином. Ух ты. Да нормально. Народ, я тут как бы настройки менял. Да? А вы съебались куда-то. А мы их рубим топорами. Как ты к этому относишься? Ладно, прикольно, из этих, из пауков мешок золотом выпадает. Нахуй. Серебром. Это умные пауки. Зажиточные, блядь. Это пауки этих самых евреев. Они не попиздили. А по высунду человек пробежали больше. Че побежали? А кучку эту говна. Я там собрал. Вот стрелы кончаются. Ну мерзкие пауки. Их надо убивать. Они не очень, я считаю. Ты хоть качнул, что ли, пока? Ты там уже не качнул, что ли? Нет. А хуй ты так медленно не качаешься?
Все, еще дамаг больше будет. А ну подождите, мне тоже качнуться надо. Тебе нет. Зачем? Не нужно тебе качнуться. Забей ты на это дело. Да, вот вы качнулись, а мне нахер не надо. Спасибо, что кинули меня на пауков. Нормально. Мы тебя не кидали. Не за что. Действительно, вы просто свалите. Ладно, буду хиляться от своей же собственной магии. А вас не буду хилять, уроды. Тоже дяра. Вот видишь, я тебя спас, блять. Теперь... Да, я тоже бежал, спас. Даже мне миньет, блять. Дима, ну должок надо отдавать, это как карточный долг. Предстоять, я хиляюсь. Я должен отдавать. Предстоять, я хиляюсь. У меня полная хп, у меня реген, если не похуй. Ой, я отхилялся. Да? Нет, уже толпу пауков вынес, пока ты хилялся. Ой, я сундук вижу. Все полутаю. Ой, стрелы заодно возьму. Вот тут только одни бабки. А я тут патрулирую, блядь. Дорожный патруль, хроника происшествий, блядь. Так что за камушек дают вам топор. Пять воли. Мне ничего не дают, мне топор дали мне на. А мне положит это. А мне вообще только бабки дали. И все. И все. И мне тоже, правильно. А мне меч. Да похоже на меч. Нахуй нужен. Меч для лохов. Пары выберу мастеров, блядь. Эх, кстати, классно вот эта сфера, которую я могу делать. Учитывая, что ее еще можно прокачать. Шо? А сейчас она хилять может, потом она будет лучше хилять в дальнейшем. А еще можно ее заставить там, сейчас скажу, все на возможность. Ну ладно, хуй с вами. Мне нужно вообще в город. Пойти починить все, все поломалось уже. Нужно в город? Мне продать надо все то говно, которое я насобирал. Это еще тысяч на 20. Я ж виноват, что там у них есть город. Сейчас скажу, что еще это сфера. Меньше могущества применять можно. Ускоренное восстановление запас могущества. Так, что можно купить-то? Да жми, блять, ворот. Улучшение защиты. Подожди. Не буду я ждать, сейчас я, блять, начну психовать. Давай. Все, ножа. Ждем Диму. Психованная. О, город.